Всем привет. Угадали, что он кушает? В общем, я пока готовлю. Вы посмотрите, как он кушает. Ему остаточки дала, чтобы поразвлекался, погрыз. Не, не кролик. Вот так. Нет, не свинина. Не телятина, не ягненок. Выходи из кадра, мне нужно готовить, он так поставлю. У меня просто телефон на зарядке, я не сильно могу его отпускать. Вот так. Я наконец-то добралась до приготовления этого мяса, а то он так лежал и лежал в морозилке. Ну, не особо опытно ее. Ну вот, надо этому это нравится, обкладывать. Заодно ему занятие, пока я могу приготовить что-то. Да, это оленина. А при пуму, когда он ест, слабо, мне не слабо. Пумыч, а? Пум. Да, ты мой хороший, ты мой сладкий. Я у него могу отобрать любую еду, он от меня еду не защищает. От гостей, от чужих, да, он защищает, от меня нет. Готовится, мне мякушка готовится. Где достали оленину, а у нас тут во Всеволожске у людей продается оленина. Но это давно еще покупалось, на самом деле. Я как-то не планировала больше, просто она осталась, а Пумыч все ее не съел, он как-то неохотно ел. Вот. И, ну, сейчас я себе готовлю эту оленину. Могу показать. Вот, у меня сейчас на остальное помочь. Сейчас Женя с Мариной придут, как раз я позвала их, чтобы одна из только не съем. А морозилка, она очень много места занимала и уже прям бесила. И поэтому решила сегодня приготовить. Сейчас пойду достану брюссельскую капусту.
Сейчас мы вальминку сметанки забухаем, тут и стушится. От говядины, вот что-то ближе к баранине на самом деле. То есть немножко другое. Давай, давай, покрутишь штука. Так, берем еще быстренько. В день. Соседи нет, не приходят. Пол помыть не проблема. Все равно вечером его мою, поэтому ничего страшного. Вот у меня вот такое у нас будет питание сегодня. Что лежит рядом, а это кусочек мякоти я ему дала. Ему что-то мякоть не так прикалывает. Ну, мякоть с небольшим количеством кожи там. Сейчас покажу. Ну так, на. Теперь надо, как мама в руки взяла. Молодец. Дала ему мякоть, конечно, ну, от этой ножки почти больше, ну, половину где-то дала ему, остальное вот нам пожарила. И дала ему ногу, чтобы он поразбирался с ней. Потому что все он съесть не может. А замораживать еще раз я не хочу. Ой, извиняюсь. Зелененькая? Зелененькая — это брюссельская капуста. Просто жарится, так же, как и... Не знаю, как и цветная капуста, как брокколи. Все то же самое, так в брюссельском. Мне просто коробка маленькая под это, ну ладно. Так, сейчас я поставлю, пока сметанки добавлю. И чуть-чуть капусты поколдую.
хорошее для него занятие, ему и вкусно, и интересно. И камни он не лезет. Удается приготовить ужин. Пум-пум. Ты куда ушел? Пумыч. А, чего мой сладкий? Куда пошел? Дай поглажу. Куда пошел? Нет, играться хочешь? Куда пошел? В зеркало глянуть. А ленину, да, долго тушить надо, где-то час, а то и больше. Ну, посмотрите пока на меня, пока он гуляет. Капуста на любителя, да, мне нравится. Она, конечно, такая чуть-чуть горьковатая, но, не знаю, меня прикалывает. Вообще люблю такую всякую зелень, брокколи, капусту. Привет, да, ну здорово, Сарочки. Так. Не, ну вот оценка не будет. Ну, пока не решим, что точно не будет, но вот оценок не знаю, но со временем тоже будет новая оценка. Капуста действительно клевая, она у нас не очень полезная. И, ну, опять же, кто любит овощи такого типа, то, я думаю, всем нравится. Потому что более привычно это такая цветная, не как она называется, не помню. Цветная брокколи, но брокколи, не знаю, либо что прикалывает. Хотя она чуть горьковатая бывает. Сметана, да, мягкости придает и быстрее она просто приготовит. Тоже тоже просто. И капустка. Сейчас она поперчит ее. Никогда олени не ели. А мы олени ели с Эрсманом, когда покупали, собственно, это тогда же и была куплена оленина, когда я сейчас разбивала его в холодильник, нужно было забрать, чтобы отключить дома от электричества, нужно было забрать там все корма, все это, разгребала, нашла и вспомнила, что действительно на олени завалялась. Мы что, купили две ноги и доили, по-моему, мумки дарили ногу оленя, я сейчас точно не вспомню, Мартину мы рыбу дарили, Ханне, по-моему, вырезку, вот. Мясо черных буков, а умки оленя. Да, точно умки оленя дарили, потому что как бы, ну, с Якутии и так далее. Вот. И осталась одна нога оленя. Я сейчас нашла. Тогда рыси не стали есть, мы тоже себе ее приготовили. Ну, они чуть-чуть поели, остальное мы себе приготовили. То же самое сейчас вспомнил, было, особо не стал есть и ее приготовил.
У нас снег лежит, да. На ваше сообщение здесь на какое она, наверное, уже улетела. Что с вараном? Не знаю, что с вараном. Правда, не знаю. Ну, их, наверное, продали. Уже. То есть мы должны были продать, а так, не знаю, наверное, продали. Кум пришел. Нужно обратно зарядку телефон поставить. Еще телефон на зарядку. О. Здесь сегодня едят оленя. На самом деле они своеобразные оленя мясо. Я вот помню, когда готовила. Оно такое, ну это как бы как баранина. Баранина, например, для любителя. А оленина как бы тоже, ну, на любителя. Только не выбрасывать, надо как поесть, как бы. Но оно вкусное, но такое, своеобразное. Я предпочитаю больше говядину. Кум весит, ну, наверное, сейчас около 20 килограмм, 18, так сказать. Я уже, ну, давно уже не вешаю. Класс. Попробуем на яркость. Кто знает, какое вино нужно под оленину, белое или красное? Стримы в Инстаграме всегда сохраняются, а потом дублируются на канал. Вот мне тоже кажется, что почему-то красное. Стрим смеси я, к сожалению, не смотрела, чуть-чуть смотрела. Я была за рулем и так. Ну, поглядывала его, когда интернет позволял. Но, по-моему, там весь стрим вместе, как тысячный кот спал. Собственно, что в последнее время и не делали. Под мясо красное вино, что ли? Ну, вообще, да, считается, что под мясо красное вино. На завтра, на самом деле, у меня великие планы, но я не буду вам рассказывать, я потом, когда их сделаю, вам расскажу. Клюквы, да, но у меня клюквы, к сожалению, нет, поэтому будет без клюквы оленина. Тогда я даже... А, кстати, да, я пробовала оленину, вырезку или что-то такое, в каком-то кафе или в ресторане, не помню уже. Вот, там, да, с брюс... Там, правда, не с клюквы, а прям с брюсничным соусом подавала. Потрясающе. Что, она готова? Больше не надо.
Спасибо.